Болельщики, конечно, живут не только футболом. В городах-организаторах чемпионата мира они знакомятся с кулинарными традициями. Так, Самару, в частности, посетили более 230 тысяч иностранных фанатов. Вот что гости из Англии рассказывают о местной кухне. Мы пробовали традиционные русские блюда – суп с фасолью и копченым мясом. А потом я еще ел тушеную баранину. Я выбрал куриные крылышки и вот этот горшочек с копченостями и фасолью. Еда очень вкусная, культура великая. Я очень рад, что мы не поленились и приехали. А в Казани, например, съели уже свыше 20 тысяч традиционных пирожков эчпачмак. Болельщик из Бразилии рассказывает: «Я попробовал блюдо с мясом, картофелем, морковью и луком. И оно очень похоже на то, что мы готовим в Бразилии. Оно считается у нас традиционным. Я почувствовал себя как дома».